На поле Айбеческого сельского поселения Бресенского района встретились экстремалы из нескольких российских регионов. Здесь прошли любительские соревнования по сноукайтингу. В рамках второго этапа Кубка Волги. В них приняли участие более 40 спортсменов из Чувашии, Мариэл, Татарстана, Москвы, Подмосковья и других регионов. Сноукайтинг – увлекательный вид спорта. Управляя кайтом, необходимо двигаться по снегу на лыжах или сноуборде. И не просто двигаться по прямой, а совершать повороты, входить в виражи, делать прыжки и красивые вращения. Например, в дисциплине курс-рейс кайтеры развивают огромные скорости. Здесь важно умение управлять кайтом и выстраивать тактику гонки. Пройти дистанцию надо по заданным точкам в правильной последовательности. Еще и обогнуть знаки необходимо с нужной стороны. Спортсмены на этот раз проходили более длинную дистанцию. Если на первом этапе она составляла 15 километров, то сейчас 40 километров. На ее прохождение отводилось 3 часа. Все сноукайтеры справились с задачей.